Орден Троицы неумолимо преследовал пророка и его учеников, пока не настигли их в укромном оазисе. Тебе.
Тут была битва. Вооруженные солдаты против пилигримов. Орден Троицы. Сын мой, Орден Троицы получил весть о том, что последователи Пророка воздвигают великую гробницу. Место ей в оазисе где-то недалеко от Берей. И что печалит больше всего, мы думали, что нечестивцы строят гробницу своему идолу. Но теперь Троица убеждена, что Пророк жив. Все больше местных жителей стекается к нему, чтобы послушать лживые басни о том, как он преодолел смерть. Еретик и лжец, присваивающий себе чудеса, нисходящие единственно от Всевышнего. Ты клялся, что он мертв. Неужто ты подвел нас? Пробивается внутрь.
сказать.